И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по вопросу исчезновения вот этих кадров в таймлайне, как это все дело происходит? Вы, наверное, когда вот передвигаете что-то, и раз там вверх увели зажатым колесиком, и у вас исчезло вот это все дело, или дернулась мышка как-то, и бывает очень далеко это все дело куда-то выкидывает, как это все дело вернуть? Смотрите, вы раз... исчезли у вас по кадровке. Нажимаем вот это view и находим, так, это у нас frame all. И вы видите, все возвращается на место. Вот такой вот вопрос. Вот такая вот штука, значит. В postmod такая же штукенция. Это таймлайн, он не меняется. И вот нажимаете frame all, все вернулось. Вот такие дела.